целых 5 штук! Хелпак! Еще 2! Сноу Квина! Я богат! Посмотрите, я богат! Здорово всем, ребята, Кентуга на проводе. И прямо сегодня я зайду на мои топ-3 заброшенных аккаунта по стендов 2. На первом аккаунте я не был всего лишь одну неделю. На втором аккаунте я не был всего лишь один год. И на моем третьем аккаунте я не был целых 5 лет, прикиньте. Поэтому, ребята, если вы ждали эту рубрику прямо сейчас, в моменте, прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал. А мы стартуем! И это мой первый аккаунт, на котором я не был всего лишь одну неделю. Конечно же, тут есть БП 228 уровней. Ну да, немножко пришлось раскошелиться. Что же у меня по статье? Элита. Леди энд джентльменс. Кто там пишет? Шакента ПК, галимая перхоть, галимый нуб. Элита. В союзниках Gold 3. Ну да, в союзничках повезло чуть меньше. Ну что же, давайте переходить в инвентарь. Я уже достаю калькулятор. Прямо сейчас будем считать, сколько же все это стоит. Первое, что я вижу, 11 пар перчаток. Начиная от самых дорогих, которые стоят 7 косарей на секундочку. Заканчивая такими вот дефолтными перчаточками, которые стоят 6 косарей. Ладно, шучу. Заканчивая такими вот перчаточками, которые стоят 634 голдишки. Суммарно все эти перчатки стоят примерно 25 тысяч голдишки. Плюс 7к на балике, итого, ребята, 32 тысячи. Дальше у меня пошло очень много ножей. Прям очень много ножей. Обалдеть. Кстати, да, ребята, как вы думаете, сколько будет стоить сафира? Напишите прямо сейчас в комментариях. Так, ну что, погнали смотреть. У меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 29 ножей! Камон! И один из этих ножей это М9 Bayonet Dragon Glass. Да, это малышечка, который стоит 30к. Да, это не Кирголд. Но тем не менее, это же не мой основной аккаунт. Поэтому, ребят, ну, я считаю, 30 ножей это хэштег непоганенько. Я бы сказал бы даже хэштег непогано. Ну что же, давайте считать, сколько же стоят все эти ножи. Итого, все эти ножи стоят плюс 100к. Ну, да, это очень дорого, потому что у меня есть М9 Bayonet Frozen, М9 Bayonet Kuma, М9 Bayonet Scratch. Блин, ребята, 100к! Обалдеть! Ну что, идемте дальше. Дальше у меня есть на этом аккаунте очень много крутых, прикольных скинов. А в Genesis статрек, который стоит на секундочку 3500 голдишки, плюс 3к сходу. Дальше у меня есть куча дефолтных скинов. О, М4 Энка статрек, который стоит 2200, плюс крутые наклейки Арканы. Ну это сходу, ребята, плюс 4к. Плюс 4к уже 139 косарей. Дальше у нас идет очень много аркан. И арканы как будто не заканчиваются. Арканы просто бесконечны. У меня есть Акэр Дрэгон с крутыми наклейками. Илон Макс, как тебе такое? Ну короче, ребят, посмотрите, очень крутые наклеечки. У меня даже есть Аркана Дробаш. А у тебя есть? А у тебя есть? Ребята, поставьте видео на паузу прямо сейчас и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько же стоит все это. М4-1 Паладин статрек, еще и с наклейкой, с Хелл коллекцией, еще и паук чарм. Ничего, я псих. Я уже и забыл, что это все есть на моем аккаунте. Не, ребят, ну это просто имба. Я отвечу, это просто лютейшая имба. Дальше, что же еще есть тут интересное? АВМ Туерс. Но куда без него, ребята, 10 косарей стоит, между прочим. М40 Монстр, 23 тысячи. Вы че? Обалдеть. Вот прям сейчас то, что я вижу перед вами на экране, это стоит плюс 85 тысяч. 224 косаря. И это я посчитал по самому-самому минимуму, потому что тут прям очень крутые скины, очень дорогие наклейки. Тут есть USP Mirage статрек. Ничего себе. Тут есть даже G22 Nest. Я и забыл про него. Тут эта импулечка-то лютейшая, а? Фаббум. Ну, конечно, фаббум. Ну, так себе. Я его, пожалуй, сниму. Чуть-чуть некрасивый он какой-то. Так, ребят, листаем дальше. И я вижу еще кучу крутых скинов. АКР Мираж. Это стоит сколько? 1,5 косарика. А Кертуха ТХ. Это стоит 5 косариков. Даже 6. Тут еще есть крутые наклейки. Вау, тут есть шилды. Обалдеть. И шилд ветерана. Ничего тут жестко. МП7 Blizzard с 4 хелл наклейками. Оу май. Я богат. Мама дорогая. Вот это инвентарь. Ребят, аж не верится. Это все мое. Это все мы. М4-1 импор. Ну такая себе. Дефолт эмочка. За 7 косарей-то на секундочку.
АКР Некромансер с 4 дрэгонами. Так, ребята, я этот АКР по-любому перекину на мой основной аккаунт, потому что это нечто нереальное. Дальше АКР 12 Рейлган. Вау! Вау! Так, мужики. Вот прямо сейчас ставьте видео на паузу и считайте вместе со мной, сколько же стоит все, что вы видите прямо сейчас перед вами на экране. Внимание, барабанная дробь, и все, что вы видите на экране, ребята, это плюс, леди и джентльмены, плюс 55 косарей. Братанчик, как тебе наклеечка, а? Нормально? А ты хотел бы, чтобы у тебя в инвентаре были скины такие же, с такими же наклейками, которые стоят по 200к, да? Хотел бы? Это, братик, я тебе расскажу, где все это можно взять. Есть такой проект, называется Булдропщик. Булдропщик — это топовый дропщик. Так вот, там, братик, за то, что ты бьешь Крампуса, ты получаешь на халяву ману. И потом эту ману ты можешь поменять на бесплатные скины. Плюс там все время подают топовый дропщик. Плюс с сверху башкой есть секретное слово. Ты это секретное слово вводишь и забираешь свой приз. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Итого 279 тысяч. Обалдеть, вот это да. Зашел на аккаунт, так зашел. Что же мы видим тут? Я тут вижу максимально дефолтный АВМ, который стрёмный, он вообще стоит 0. Но зато, ребят, тут есть очень крутые наклеечки на АВМ гер. Вы знаете, что это все очень дорого стоит. Например, вот эта вот наклеечка Skull Collection, вот этот вот черепок, она стоит 8 тысяч. Да, 8 косарей. У меня тоже слетела челюха. Фамас Монстр плюс 2К. Ну давайте все, что мы видим прямо сейчас на экранах, плюс 15К. 294 тысячи голдишки. Листаем дальше. Тут есть АКР-12 Railgun. Ну и, в принципе, ничего супер дорогого я не вижу. Ну, давайте плюс... 4К. 298 тысяч. Дальше, ребятки, у нас идут эпики. Максимальный дефолт... Дефолтные? Я сказал, на ТЭК-9 Restless дефолтные. Поправочка, максимально дефолтные наклейки. И ТЭК-9 Restless с крутыми... 4 дрэгонами. Дальше есть USP Stunkold 100 трек. Оу, май! Ну давайте за все это, ну плюс 15К, это как минимум 313 тысяч голдишки. Это что? Это хэштег непоганенько. Оу, май! Вот это, конечно, инвентарь. Вот это... Что? Подождите, мне показалось, или это... Или это плюс 30 тысяч голдишки? Оу. Не, какие 30, тут же наклейки арканы. Плюс 33. Еще USP Digital Burst. Плюс 1034. И плюс все, что вы видите, плюс 39. Вы скажете, почему 39? А потому что, ребята, вы еще не видели вот этот замечательный и прекрасный скин с 4 девилицами. Вы хоть знаете, сколько он стоит? Он стоит, как моя почка. Ну, ребята, давайте меньше вопросов. Да я тоже, кстати, очень крутые наклеечки, ничто же дорогие, стоят по несколько косарей. Ну ладно, смотрим дальше, что же еще интересное тут есть. USP Purple Kama, плюс 1000, сходу, плюс косарик, я думаю, ни у кого вопросов не будет. Итого, да, а, АВМ Scratch, поправочка. Вау, какие арканы. Не, мужики, ну арканы, конечно, реально сочные, но прям я не могу. Какая же ты имба. Ну это плюс 2 косаря. Плюс 2 косаря, 355 тысяч. Смотрим дальше, USP Tuyers. Вот так вот завалялся, тут вот среди всех этих рарочек. Плюс 1000 голды за USP Tuyers и все эти рарки. Дальше у нас идут крутые чармики. Плюс 1000 голды за все эти чармы, правильно? Они же где-то так и стоят. А, какие 1000? Плюс еще 1000 тогда. Ну это вот только вот этот чармин стоит 1,5 косаря. Челюха, ребята, у кого отлетает челюха? Вы знаете, да? Дальше вижу кучу разных чармиков. Оу, наклейки! Блин, я никогда не долистывал инвентарь до этого места. Давайте посчитаем, сколько же стоят все эти наклейки. A few moments later. Все эти наклеечки плюс 20к. Фух, обалдеть. Ну, ребят, тут у нас еще идет куча наклеек легендарок. Вау, та ты шо? Та ты шо? Вот это я понимаю, инвентарь. То, что доктор прописал. Не, ребят, ну у меня, конечно, шишечка привстала. Это на такие-то скины-то, а? Вот там и завалялся незаметно тут Evil Pumpkin, который стоит тоже плюс 1000. Короче, все эти наклеечки, они максимально недорогие. Ну, давайте плюс 6к. Итого, данный аккаунт пока что стоит 384 тысячи. Дальше у нас есть довольно много разных граффити. И эти граффити стоят тоже не супер дорого. Это все дешевое граффити. Так, ребятки, пролистываем самый-самый низ. Ну и прямо сейчас мы будем писать, сколько же стоит этот аккаунт. Итого, данный аккаунт стоит 387 косарей голдишки. Ну что же, вот такой вот у нас был первый аккаунт, а прямо сейчас мы переходим на аккаунт, на котором я не был целых 1 год.
Ну что же, и на этом аккаунте я не был целый год. Ребята, давайте я вам расскажу, покажу все, что тут есть и как тут уже все было. Первое, айди на пятерочку. Кто бы что ни говорил, братва, это не кликбейт. Ну реально, годик не был на аккаунте. Давайте смотреть дальше профиль. 0-0-0, все по нулям. 5-й сезон, все по нулям. 4-й сезон, все по нулям. 3-й, все по нулям. Не, мужики, может быть, и на этом аккаунте не был даже больше, чем год. Ну ладно, давайте смотреть, что же интересненькое тут есть. Потому что я вижу, у меня в инвентаре целых 602 новых предмета. Обалдеть! А как вы думаете, сколько стоит этот инвентарь? Напишите тоже ваш ответ в комментариях, а мы переходим в инвентарь. О май! 34 костыря сходу! Плюс 34 костыря! Дальше фуриус касики! Целых 5 штук! А сколько они стоят? На секундочку. Каждый по костырю плюс 5к! 39 тысяч! Дальше райвел касики! 5... 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. 200! 210! Вы чё гоните? Это прикол какой-то? Мне реально плохо становится. 210! 220! 230! 233! Обалдеть, а сколько стоит одна штука? 500! Ой, это ты шо, ребята? Умножаем 233 на 500 и получается 116 тысяч! Это имба! Мужики, на данный момент этот аккаунт уже стоит 155 тысяч. И чтобы понимали, что тому аккаунт, что не шучу. Я прям сейчас один Rival Classic просто возьму и открою! Вот так вот, изи! Стой! Импа! Ха-ха! Класс! Вот это да! Слушайте, а сколько стоит это UMP? Я помню, одно время оно было самое дешевое в игре. Оно стоило максимально дешево. Если не ошибаюсь, оно стоило там что-то в районе 50 голды. Сколько оно стоит сейчас? Надо будет посмотреть. Ну, а пока что давайте посмотрим, что же тут есть еще. Я вижу 3 скорпион-касика. Ну, это где-то плюс 1000. Хелпак! Вы что, на приколе? Это плюс 6 косарей. Плюс 6. Уже 160. 2000. Хэллоуин Чарм Пак. О май! Это имба. Плюс 4к. Уже 166 тысяч. Дальше у меня почему-то тут слишком много Рейнбоу Скирпаков. Я не знаю, зачем они все. Знаете, почему я их покупал? Скорее всего, я их покупал, потому что я думал, то, что разработчики их уберут с рынка. Но разработчики их не убирают уже 5-й год подряд. Уважаемые разработчики, уберите уже их, пожалуйста. Ну давайте еще плюс 10к. Ну вот, плюс 10к. И вы прямо сейчас видите актуальную стоимость этого аккаунта у вас на экране. B45 бис. 150 голдишки. Обалдеть, куча эмочек. Это все, ребята, удаленная скорпион коллекция. Ничего себе. Ну вот это все, что видите на экране, это еще где-то плюс 2000. Дальше у нас идут рарки. Рарки, камонки, анкамонки. И вот тут, ребята, начинается самое интересное. Это мой инвентарь. Что? Еще фуриус касики, еще райвел касики. Я думал, они уже закончились. А они, оказывается, все это время у меня в инвентаре. Ничего себе, сказал я себе. И вот это все, что видите, это плюс 13500. Да, это дорого. Я сам в шоках. Вау! У меня даже есть дробашник-романсер. Плюс 600 голдишки. Ну, давайте все, что я вижу на экране. Тут еще плюс 2000, потому что у меня еще есть М16 винджет. И у меня еще есть вот такой вот второй М16 винджет. Листаем дальше. Ну и тут, ребятки, все максимально по дефолтику. Обалдеть. Ну я очень рад, что у меня есть еще этот аккаунт. Как же это круто! И финальная стоимость этого аккаунта прямо сейчас у вас на экранах. Как же это дорого! Хэштег Go на третий аккаунт. Так, мужики, я на этом аккаунте не был реально 5 лет. Но есть небольшая заминочка. Оказывается, Анетка-табуретка в попе салфетка на этот аккаунт заходила и даже прошла калибровку. Но вы не обращайте внимания. Я вам докажу точно, что это очень крутой и очень стоящий аккаунт. Ну что ж, погнали вначале посмотрим профиль. Еще раз повторюсь, это Анетка прошла калибровку. Чтобы понимали, вот смотрите, 5-й сезон, на этом аккаунте никто не играл. Вот 5-й сезон, все по нулям. Общая статистика 1500 часов. Это, ребята, очень таки немало. Ну что, погнали в инвентарь. И вот тут, ребята, начинается трэш-контент.
177 тысяч! 177! А в Эмгенезис, на котором тоже есть наклеечка Сноуквин. Вот я вам специально не буду говорить стоимость этого аккаунта, и я хочу, чтобы вы ее угадали в комментариях. Поэтому прямо сейчас напиши в комментариях, как ты думаешь, а сколько же стоит этот аккаунт? Окей, идемте дальше. Танта Малахит. О, мега-мега-мега-мега-мега-чел заявку друзья кинул. Обалдеть, мужик, ты чего? А в Эмгенезис это трек. Стоп. Стоп, у меня их два? У меня их два? То есть у меня уже суммарно три наклейки Сноуквин? Вы чё, ненормальны? У меня три наклейки Сноуквин? Это просто что-то с чем-то. Как же это круто. Если вы обратите внимание, почти все скины на этом аккаунте, я говорю почти, потому что Анетка понакупала, очень старые. Даже есть P350 Forest Spirit с наклейкой из Хэллоуин коллекции Anti-Camper. Вау, ребята, это прям очень крутой аккаунт. Тут есть АКР-2Е? Я уже и забыл! Целых 10 косарей стоит этот АКР, это имба! Дальше у нас есть М4 Некромансер, АКР Некромансер, UMP-45 Винджет, USP Хамелеон, ну много-много всего прикольного. Но, ребята, я вам скажу так, самое интересное снизу. И поверьте вы мне, когда-то этот аккаунт будет стоить еще дороже, чем он стоит сейчас. То есть он сейчас стоит очень дорого, тут реально очень крутые и очень старые скины. Чтобы понимали, смотрите, New Year 2020. А сейчас 2024 год, мужики. Ядрить колотить вас за ногу. Понимаете, насколько же это старый аккаунт? Дробаш Артик с наклейкой. Ну, наклеечка дешманская, согласен, спорить не буду. Дальше листам, у нас тут рарочки, рарочки. Ну, рарочками сейчас никого не удивишь. Ребят, даже мою бабушку ты рарками не удивишь. Ой, как много рарок-то, ёханый бабай. Ядрить колотить вас за ногу. Анкамонки, камонки, все понятно. Покажите мне, пожалуйста, ребята, наклеечки. Вот сейчас приготовьте вашу челюху, потому что на этом аккаунте есть еще два Сноуквина! Два Сноуквина? То есть суммарно? Тут три Сноуквина в инвентаре и два Сноуквина на скинах. Суммарно 5 Сноуквинов. То есть этот аккаунт стоит реально очень-очень дорого. Попробуйте угадать, сколько он стоит прямо сейчас в комментариях. Стикер Neon Color стоит 31 тысячу. Ого! Как же все подорожало. Я богат! Я богат! Посмотрите, я богат! Не, мужики, понимаете, этот аккаунт стоит дороже, чем мой основной аккаунт за счет этих наклеек. То есть тут нет керамбитов голд, тут нет авиков ТХ, но за счет его крутых наклеек он стоит реально дороже. Ну что же, мужики, монтажер, добавляй барабанный дроп. Прямо сейчас, мужики, я пишу правильную стоимость этого аккаунта. И кто угадал, тот получает от меня 500 голдишки. И правильная стоимость этого аккаунта 1 миллион! Голдишки! Чисто прикиньте, 5 лет назад этот аккаунт стоил 1000 голду. 5 лет назад он стоил 1000. Прошло 5 лет, и сейчас этот аккаунт стоит 1 миллион! Я не верю моим глазам. 1 миллион голдишки. Ну что же, мои уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Кстати, да, кто хочет получить 5000 голдишки на халяву, переходи, подписывайся на мой ТГ, ссылка в описании. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока.